И что предлагает Джунгаров? Обойти скалу. Обойти? А проект? Джунгаров опытный специалист. Но главное, хорошо знает свою землю. А ты уверен, что его петля не выйдет Турксибу боком? Уверен. Я ручаюсь за Джунгарова. Головой ручаюсь. Не жалко свою голову по глупости терять? Если глупая голова, не жалко. Какой ты правильный, а? А я вот не такой. Не всегда у меня по-умному получается. Иногда по-глупому. Так что же, мне пора, что ли, со своей головой расставаться? Наверное. Тебе легко рассуждать, Володя. Я же не жалею головы своей ради интеллигенции Казахстана. А ты, Турар, стал слишком осторожным. А кому бы, как не тебе, Рыскулову, заместителю председателя Совнаркома, поддержать отсюда свою интеллигенцию? Турксиб, прежде всего, вопрос классовый, политический. Я Джунгарова знаю по прежним временам. Он был националистом. А кто был классовым врагом, тот классовым врагом и останется. Ты не прав. Меняются не только времена, но и люди. Трудное сейчас время. Но справить поминки по отцу — это мой долг. Уже наши, не давайте! Стоим! Вперед! Давайте! Аган! Бери моего коня и отбей Кукпар! Гость гостем, а честь честью. Только непонятно, кто гости, а кто хозяева. Может, вы хозяева? Строите дорогу, по степи покатит Шайтан-Арба. Только я боюсь, не сметет ли она все живое в степи, а? Дорога нужна всем. И гостям, и хозяевам. Ну что ж, я живу в мире с новой властью. Она меня не трогает, я ее. Налоги плачу исправно, батраков не держу. Живу открыто. Да вы что-то отмалчиваетесь. Спасибо, что почтил память моего отца. Да. Все уходят за кордон. Но я не уйду. Стерплю любую власть. Потому что для меня самая большая власть надо мной. Это моя земля. Вскормила она меня, как этого птенца Беркута. Обходи его! Слева, слева заходи! Молодец, Аян. Я его сиротой подобрал. Теперь он мне как птенец дорог. Аян ушел! Не догнать! Еще бы на таком коне! Нет, его никто не обгонит! Вот он, Баяга. Кукпар ваш. Аян, подведи коня к гостю. Почетному гостю почетный подарок. Рахмет Саки. Но, по-моему, Аян больше достоин этого коня. Конь твой. Решай, как знаешь. Аян, бери себе Шанжутпаса. Художника Жантая убили! Жантая убили! Художника убили!
Шантай! Надень рукавицы. Где бригадир? Почему метку убрали? Тут должна быть метка. Восстановить. Бригадир, работы производить строго по проекту. Хорошо, товарищ Попов. Бригадир, почему люди там работают? Я же сказал, отсюда начнется обходная петля. Дорога пойдет правее, вон туда. Сколько повторять? Кончай работу! Кончай! Петька, давай к Пахомову. Между собой договориться. Один сюда, другой сюда. Мотает народ. Кончай работу! Туда и сюда. Так-так. Опять вы со своей фантазией, товарищ Жонгаров. Я не фантазер, я главный инженер. А я начальник политотдела. Послушайте, немного ли вы на себя берете? И не кажется ли вам, что это может плохо обернуться для вас лично? Ну, хорошо. Но учтите... Я вас предупредил, господин инженер. Наконец-то я нашел вас. Далеко за одну ночь от аула отъехали. И на что вам сдалась эта чугунка? Хоть бы с людьми посоветовались. Наш досточтимый Сарыбура послал меня уговорить вас вернуться. В ауле вы среди родных, а там случай что, и похоронить вас некому. Смотри, Дугенбай, как бы эта проклятая дорога бедой для вас не обернулась. Если уж не о себе, то о детях своих подумал бы. Нам, беднякам, хуже, чем у Бая, не будет. Всю жизнь спину на него гнул. Иди к своему Баю. Глаза б мои вас не видели. А вы чего уставились? Возьми. Уже три лопаты переломал. Я все расходы на твою шею повешу. Вредитель! Эй, ты полегче. Думай, что говоришь. А кто же он еще? Гнать со стройки надо таких. Иди посмотри, как русские работают. Русские, казахи. Не стравливай людей, а то получишь за это. Осторожно, ножки не поломайте. Ксения Францевна, давайте я вас на руках понесу. Ой, спасибо. Не надо. Владимир Сергеевич, не видели? Нет. А что? Ему срочная телеграмма из Алматы. А я могу и телеграмму отнести? Нет, нет. А-а-а. Нельзя, я должна сама лично вручить. Чу!
пробивать тоннель в скальном монолите мы будем. И точка. А вести работы по петле до утверждения Москвой авантюрно. Для закупки иностранного бурового оборудования нужно золото. А где его сейчас в стране взять? Ты это прикинул? Да, с золотом плохо. Но петля удлинит путь на 7 километров. А где взять рельсы? 7 километров рельс, 7! Ну что ты заладил, 7-7? Да что-нибудь сделаем, выкрутимся, достанем. Рельсы не золото? Ну скажи ему, Жунгаров. Для грамотного инженера не стоит проблема выбора. Согласно проекту, тут у нас предусмотрена двойная паровозная тяга. А наша петля позволит обойтись одним паровозом. Вот и компенсация затрат на рельсы. Есть в этом вопросе и другая сторона, дорогой товарищ Пахомов. По всему Турксибу мы наладили большевистский ударный темп. Значит, теперь мы сможем реально обеспечить смычку на год раньше срока. А из-за тоннеля все может сорваться. Рамазан, что происходит здесь? Этот выкормыш слишком много себя позволяет. Что? Что ты сказал? Эй, Биби! А ну верните ее! Волк хватает за горло, щенок за полу. Дождался, что и в дочери сказалась твоя безродная кровь. Позор на мою голову! Она пусть сидит в заперти. Ни еды, ни питья. Пока ума разума не наберется. Не будь так жесток, ведь в ней течет и твоя кровь. Послушай, дочка, ты же у меня была как сын, храбрая, сильная. Будь умницей, веди себя достойно. Прошу, прошу тебя. Извини, отец. Я люблю его. Кто это? Не знаю. Не обращай внимания. Я здесь лечил твоего отца, Джигит. Смелый был охотник. Однажды волки на него набросились. Все тело изодрали. Но, слава Аллаху, неделю покупался в этой воде и ускакал на Кокпар. Мне идти некуда. Останусь у вас. Прокормимся как-нибудь. Охотой. Терпи, сынок. Не хотел бы я ссориться с Сарыбурой. Все равно к нему не вернусь.
Твой отец часто приходил сюда. Смотрел на рисунки, на скалы. Он почитал дух предков, а ты хочешь взорвать все это. Зачем взрывать? Не беспокойтесь, Аксакал. Мы обойдем это место. Правда? Чем же мне отблагодарить? Отблагодарить за добрую весть. Сын мой, прими. Я стар. Давно подумывал передать в достойные руки. Это сабля батыра Богинбая. Пусть дух предков хранит тебя от беды. Не жалуешь, дядь Коля. Кто же этих казахов любит? Не скажи, они разные бывают. Вот-вот, и я говорю. Коль водил, а теперь что? Что-то от Никола Дранца. Не могу знать, Владимир Сергеевич. Должно быть, опять загуляли. Как это загуляли? Так, обыкновенно. В Шанхае второй день шумят. Опять этот Шанхай? Да. А ну, показывай. Пошли. А ну, встать! Всех завалю! Вот дурак, начальник! Что делаешь, падла? Сашенька, брось нож! Сашенька, миленький! Да что же зачем же это так, товарищ начальник? Калечите человека! Рабочих-то рук и так на стройке не хватает. Не рабочие это руки. Чтоб духу его больше на стройке не было. А что же, караулить, что ли? Глаз не хватит. Биби, тебя Аяна ждет. Вон там, у речки.
Здравствуйте, Валя. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Еду, гляжу, у могилы кто-то. А это вы? Да вот, пришла проведать. А то тут после дождя все бурьяном поросло. Остереглась бы одна ходить. Лишь бандитом не имется. Валентина, выходи за меня замуж. Валя, ты же не ответила мне. Нет, нет, Владимир Сергеевич, простите меня. Где вода? Вода будет к обеду, не раньше. Воду и ту по норме дают. Сколько можно терпеть? В чем дело? Воды ну, нет. Ну, воду возим за 30 километров. Водовоз один раз только в день успевает обернуться. А других подвод нету. Все он на отсыпке положил. Ой, Шелдас! Начальник, вода есть. Совсем близко вода есть. Я вчера был в горах, там бадане есть. Что такое бадане? Перепелка. Да, перепелка. Бадане, значит, вода совсем близко есть. А ты сам-то откуда, Аксакал? Я? Твоя телега, что? Моя телега. Владимир Сергеевич, вторую неделю работать просится. Душа болит слушать его. Ну а в чем же дело? Мы же не можем набирать рабсилу на месте. Без биржи труда. На бирже? Я на бирже был. Был на бирже. Я целых 500 километров ходил. В Алма-Ату. По дороге моя жена померла. Нас много было. Я и мой старший сын вдвоем остались. Я... На биржу ходил. Говорил, на Турксиб хочу. Начальник спрашивает, что умеешь делать? Говорю, все, все, много умею делать. Я кузнец, я лопаты могу делать, вилы, подковы, все могу делать. Он не верит, смеется, иди, говорит. Иди в свой, говорит, аул. Нет аула, я один весь аул. Ой, я и налайн, начальник, вот мой старший сын, иди сюда, иди быстрей. Возьми его и меня работать. Ему надо работать, учить надо, он будет хорошо работать. Начальник. Возьмите их. А с биржей я сам поговорю. Иди, отец, работай. Берешь. Вот вам еще одна повозка и второй водовоз. Спасибо, начальник. Не за что, не за что. Да отблагодарится тебе от детей ладно, и внуков ладно. Твоих. Идем, отец, идем. Пошли. Сейчас политически важно не давать казахской бедноте уходить за кордон. Лучше быть водовозом на своей земле, чем султаном на чужбине. Есть такая поговорка. У нас приказ. Не принимать ни одного человека без биржи труда. Да это же саботаж в скрытой форме. У меня здесь под носом рабочие руки, которых мне не хватает, а биржа их мне не дает. Более того, ожесточает народ против нас. Ты этого что, не видишь? Может, вижу. А может, и не вижу. Они не могли уйти. На Шанжутпасе и на Хатьвета вмиг доскачу. Коня! Коня держите! Нет их нигде! Поворачивай домой! Жунгаров, что скажешь? Хорош? А? Биг Билл! Хэллоу! О, Билл! Бэкроп! Откуда ты? Маленький кризис капитализма, я здесь! О, Мори Мэл! Знакомьтесь, это мой друг по Нью-Йорку. Майк, здравствуйте. Жунгаров. Знакомьтесь. Смит. Пахомов. Добро пожаловать к нам. О.
Байбедов, уполномоченный крайкома. Очень приятно, Климов. Знакомьтесь. Ну, как дела? Нормально. О! Кэмел! Пошли, пошли. На авто. Нет, я лучше на нем поеду. Он меня повезет. Как им управлять? Садись, садись. Держи повод. Смотри, не боится. Держись крепче. Загор, держи! Вперед! Ну как? Я лучше поеду на твоем авто. Если он будет пить этот кумыс, спасибо. Он будет такой же большой, как Биг Билл? О, Володя! Большой Володя! Это шутка. Это когда я был в Нью-Йорке, то мои друзья по Союзу индустриальной рабочей мира прозвали меня... Я прозвал! Биг Билл, что значит большой Володя. Володя большой, Биг Билл! Ну, я большой. Вот ты пей кумыс. Это очень полезно. Полезно. Кто там? Посмотри. Забавный он. И смешной. Очень. Вот молодые люди Аян и Айбиби хотят у нас работать. Может, мы потом зайдем? Зачем уходить? Оставайтесь. Ну-ка, проходите, не стесняйтесь, работа найдется. И Айбиби устроим. В обиду не дадим. Так, Владимир Сергеевич? Ну, а как же. Нам молодежь нужна, верно? Вот пойдешь к помощнике, к Смиту. Он тебя научит на экскаваторе работать. Ну вот. А ты его... На верблюде ездит. Видишь, все в порядке. Товарищ Климов, нападение на 6-м километре. Охранника убили. Иду. Оставайтесь здесь. Что это тут у вас? Скандал? Забастовка? Нет, дорогой Смит, это война. Воюем еще. Ксения, вы побудьте тут с гостями. Хорошо. Я подниму комсомольцев. Действуйте. Сыну моего друга дверь нашего дома всегда открыта. Спасибо, Аксакал. Отца моего вспомнил. Упокой, Господи, душу его. Лежит теперь мой батяня в чужом краю, в Синьцзяне неведомом. И кто к нему в родительский день на могилку придет? Ну ладно, ладно, говори о деле. Чужих нет здесь. Дело вроде бы пустяковое. Но меня оно подкормило. А то на рабочих харчах. Там на стройке валяется много разного товара. Но мне одному никак не управиться. А мне бы за это мясо подкинули. Товары? Какие товары? Да так, пустяк. Железки всякие. Взрывчатка. Взрывчатка? Взрывчатка не пустяк. Я с этим связываться не хочу. Если мясо нужно, то пожалуйста. А кому нужна взрывчатка? Да так, человеку одному. С гор. Он казах. Баяга, к вам еще пришли. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Садитесь. Садитесь. Неси. Ну? Что скажете, Аксакала? Последнего лишились мы. Скоро зима, а урожая нет. Весь скот в колхоз забрали. Вся надежда на вас, Баяга.
Не дайте с голоду пропасть. Одна надежда, что не чужой вы нам. Да. Времена для всех тяжелые. Скот у вас отобрали, да? А вы его возьмите. Возьмите хлебом. Свое брать не грех. Все готово к взрыву. Хорошо, всех людей в укрытие. Все в укрытие! Все в укрытие! Все в укрытие! Укрытие! Укрытие все! Назад! Назад! Куда? Куда ты? Куда ты? Вернись! Вернись! Назад! Стой! My friend. Как я скакал, а? Окей. Беда заставила прийти к тебе. Все, все отбирают у нас. Вот и наступил час расплаты, Сыробура. Теперь твоя судьба в моих руках. Ты меня не узнал. Конечно. Откуда тебе узнать меня? Твой кровавый дед вырезал половину нашего племени, а твой отец уничтожил остальных. Но мой род все равно не угас. Я остался жив. Пятилетним ребенком меня унесли в горы. Но я не злопамятен. Помогу тебе, если ты пойдешь за мной. Извините, извините. Владимир Сергеевич, вам срочная телеграмма из Москвы. Спасибо, Ксения. Только зря вы под дождем. И поздно уже. Идите спать. Здравствуйте. Здравствуй, Биби. Мне Владимир Сергеевич. А по какому вопросу? Да вот Карибжан краски не дает, а нам нужно лозунг докончить. Ох, этот Карибжан. Вечно с ним какие-то истории. Подожди, сейчас что-нибудь придумаем. Вот, передай ему. По-моему, сейчас он даст тебе краски. Ой, большое спасибо. Валя будет очень рада. До свидания. Подожди, Биби. А вот скажи. Валя. Какая она? Валя? Она очень, очень и очень хорошая. Спасибо, Биби. Ну, иди. Приходи, если что нужно. До свидания. До свидания. Я с ним на Дальнем Востоке работала.
потом в Москве, а сейчас вот здесь. У него никого нет, кроме работы и вас. Вы любите его? Да-да. Я не могу врать, да и зачем? Он вас любит. И только вы можете сделать его счастливым. Ах, Ксения, Ксения, как же я могу сделать его счастливым, когда Жантай снится мне каждую ночь? Слушай, Жунгаров, говорят, что ты эту петлю затеял для того, чтобы обойти какое-то святое место. Да не святое. Со скалой Бельгита связаны памятные события в истории нашего народа. Ой. Надо уважать память народа, ты прав. А правда, что ты пишешь? Историю казахских ханств. Это мое увлечение. А по профессии я инженер-путеец. И петлю предложил путеец, а не историк. Кстати, именно в этих местах проходил Великий Шелковый путь, соединявший цивилизации Востока и Запада. А потом, на столетие, все поросло травой забвения. Да, мало мы делаем для сохранения культуры. Я бы сказал, преступно мало. Но понимаешь, сейчас, когда строится новая жизнь, твое увлечение прошлым многим может показаться подозрительным. Ты понимаешь, о чем я говорю? Смотри, кто пришел! Он имеет большой авторитет среди местного населения. Ну и что? Как что? Он может навредить советской власти. Конкретно факты. Сабли у него с той стороны. В 16-м году ее увезли в Синьцзян. Ну и вот. Так и что? Сабля. Но это все равно, что знамя. Понимаете? Знамя антирусского восстания. Да. Вот оно что. Хорошо. Мы разберемся. Сейчас перед страной стоят более сложные задачи. В одном Казахстане, например, сотни тысяч голодающих. Возможно, и перегнули со сплошной коллективизацией. Хотят поломать так сразу привычный вековой уклад жизни. Значит, ты хочешь сказать, что новая прогрессивная форма земледелия никогда не придется на земле Казахстана? Есть вопрос в методе, Владимир Сергеевич, в методе. Метод убеждения – да. Метод насильственной ломки – нет. Стойте, стойте, ата! У меня новости, ата! Что? Что за новости? Завтра сын ваш утром должен ехать на учебу в город. А, на учебу? Мой сын! Машинистом будет. Машинистом? Паровоз будет водить. Хорошо, спасибо. До всего участка его одного направляют. Одного? Как самого спасибо, лучшего. Спасибо, спасибо, дочка, спасибо. Надо ему сказать. Скажу, скажу, да? Обязательно. Я пойду, а то меня ждут. Ты что это расчихалась? Пойдем ко мне ночевать. До свидания. До свидания. Знаешь, у меня есть целая банка малинового варенья. Не волнуйтесь, ничего не будет. Ну что ты? Ты должна теперь себя и Биби беречь за двоих. Пойдем.
Ребята, завтра без опозданий. Спокойной ночи. До свидания. Ой! Не пугайтесь, девочки, это я. Здрасте. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Вот пришел посмотреть, как вы тут занимаетесь. Опоздали, Владимир Сергеевич? Да что? Мы уже закончили. О, как обидно. Товарищ Климов! Вас зовут. Товарищ Климов! В кое веки хотел было с молодежью пообщаться. Опять не везет. Приходите. Завтра приходите. Спасибо. Занятие у нас в 7 часов. Ну что там у тебя? Я вас везде ищу, Владимир Сергеевич. Что стряслось? Я вынужден немедленно арестовать Джунгарова. За что? Отойдем. Я устал от вечного догляда за мной. Вчера Пахомов не отпустил меня к больной матери в аул. Я же не арестант. Завтра же напишу заявление об уходе. Пахомова тоже понять можно. Сам видишь, какое время. Кругом диверсии, банды. В его положении 7 раз отмеришь. Мужик он хороший, честный. Ну, бывает, нервы у человека сдают. Но это же понять можно. А никакого заявления я тебе не подпишу. Тут уж извини, кадровая политика. Тут ни я, ни ты сам себе не хозяин. Вот к матери можешь съездить. Это же не 1000 верст. До завтра и обернешься. Ну как? Решил? Здравствуйте, тетушка. Я приехал мать навестить, а ее нет. Где она? А, это ты. Пусть долгими будут твои годы. Спасибо. Жива, жива, мать. Ждала тебя. Да только вчера ее родственники забрали. Голод у нас есть нечего. Аул пустеет. Аксакал ваш дома? Только мы с ним и остались. Помирать, говорит, здесь буду. Что творится? Сегодня ночью может пролиться кровь. Бандиты на ваши склады хотят напасть. Уничтожить хлеб. Дело остановить. Куда же ты? Постой. Чаю даже не попил. Скорее! Скорее! Подложи его сюда! Держи! Принять срочные меры. Готовится нападение. Соломон! Что? Оставь винтовку и скачи к нашим. Пусть пришлют помощь быстрее. И поднимут човцев. А я! А я! А я!
тебя сын родился! Правда! Поздравляю, не зря говорят, слепой дочь на счастье! Красные, сдавайся! Помой ворота! Селиванов! Я? Ко мне! Есть! Селиванов, а? Давай лети в поселок. Скажи, пусть скорее ждут подмогу. Есть. Действуй! Эй, джигиты! Поджигай склады! Чтоб все горело! Жди! Постой. Не надо. Не стреляй. Взять его. Остальных перебить. Оказались среди бандитов. Инженер. Ходил на переговоры. Врет. Сдался. Сам сдался. Арестовать.
Да. Не ты ли мне говорил, что отошел от политики? А теперь, надеюсь, понял, что Турксиб – это тоже политика. Политика во всем. Да, к сожалению, на двух конях не прокатишься. Даже если ты очень захочешь. Я вижу, что ты прозреваешь. Ну ладно. Я здесь представитель крайкома. И постараюсь вызволить тебя из-под ареста. Я тебя освобожу. Освобожу как брата по борьбе. И без всяких обязательств. По какой такой борьбе? И это я говорю с комиссаром Временного правительства Туркестана. С бывшим, дорогой Ахан. Бывшим комиссаром. Да, и впрямь Беркута крылья пообщипали. Я даже не удивлюсь, если завтра великодержавный черносотенцы окажется у тебя в помощниках и защитниках. Да неужели ты не видишь, что строй эту дорогу? Закрепляешь в степях великорусскую, большевистскую колонизацию. И как это ты с такими взглядами и уполномоченный крайкома? Мы, мусульмане-коммунисты, выбрали единственно верную дорогу для своего народа, для строительства национальной демократии. И на этой дороге нам не по пути с великорусскими шовинистами, которых в нынешний момент олицетворяют большевики. Так думаю я. Так думают и светлые головы в крайкоме партии. К этому призываем и тебя. Слыхал я эту песенку. Давным-давно. Кончим, пожалуй. Я устал. Ну что ж, предупреждать о конфиденциальности нашего разговора, я думаю, излишне. Да и кто тебе поверит? Бывшему националисту, царской выучке инженеру, комиссару Временного правительства Туркестана. Все-таки подумай. Подумай. Выяснили, кто организовал бандитское нападение? Жунгаров. Жунгаров? Да. Где он? Под арестом. Он добровольно перешел на сторону бандитов. Не может быть! Не исключено, что он и организовал нападение. Не верю. Не верю. Все тебе сказал, все. Хочешь верь, хочешь нет.
подписывать ничего не буду. Пусть на работу под конвоем водят. Без инженера Жунгарова я не обеспечу досрочной смычки Турксиба. Прошу освободить Жунгарова под мою личную ответственность. Товарищ Климов, личной вашей ответственности недостаточно, чтобы освободить классового врага. Вспомните шахтинское дело в Донбассе. Там тоже были спецы, инженеры и оказались вредителями. Спецы они разные бывают, товарищ Боимбетов. При чем тут Донбасс? Владимир Сергеевич, имей в виду, ты многим рискуешь. В случае чего тебя ничто не спасет, даже то, что ты был членом Петроградского ревкома и штурмовал Зимний. Я уверен в его невиновности и честности. А письмо? Какое письмо? Письмо Жунгарова, провокационное, в рабочей контрольной комиссии. Товарищ Пахомов, прочитайте, пожалуйста. Наш район кочевой животноводческий. В прошлом году в районе было 9800 голов скота. Сегодня осталось 117. Хозяйств в районе было 6000, сейчас 3500. Причины. Перегибы в планировании скотозаготовок. Из-за этих перегибов люди пошли на крайности. Стали уничтожать свой скот, расхищать посевное зерно. В итоге большинство хозяйств и без скота, и без зерна обречены на голодное вымирание. Что скажет секретарь крайкома товарищ Голобоков? Критика Жунгарова похожа на отчаянные выкрики сердобольного интеллигента, у которого обидели его бедных родственников. По-моему, он приводит неправдоподобные цифры. Он договорился до того, что причиной ухода населения за кордон являются так называемые перегибы. Фактически, Жунгаров берет под защиту банду повстанцев, от рук которых погибли наши товарищи. Мне думается, что это письмо только подтверждает подозрение товарища Пахомова о том, что Жунгаров как был классовым врагом, так и остался им. У меня лично не вызывает сомнения, что форсированная коллективизация в кочевых и полукочевых районах была ошибкой. Товарищ Сталин говорил, что партия, скрывающая правду от народа, боящаяся критики, есть не партия, а клика обманщиков, обреченных на гибель. Эти слова товарища Сталина можно отнести к некоторым руководителям Казахстана, которые действительно допустили перегибы. Я думаю, что при нынешнем отсталом кочевом состоянии невозможно организовать массы и вести культурную работу в ауле. А жизнь говорит, это не единственный путь. А разве массовое привлечение местного населения на такую стройку социализма, как Турксиб, не путь? Своим письмом Жунгаров подтверждает, что он истинный патриот. Не боится говорить горькую правду, даже если за это угрожают расправой. Товарищ Пахомов, немедленно освободите Жунгарова из-под стражи. И объясните рабочим, что арест Жунгарова был нашей ошибкой. Считаю, что этот вопрос нами исчерпан полностью и навсегда. Да. Исчерпан. Не думаю. Враг среди нас есть, не сомневаюсь. И очень тонко замаскирован. Вы кого-нибудь подозреваете? Партия призывает нас к бдительности, товарищ Пахомов.
Пахомов мне бы за такую работу ударницкий паёк выдал. Связку баранок, 2 фунта чая, отрез красного ситца, да? Пусть они этот красный ситец себе на гробы поберегут. Если, конечно, будет что собрать в гробы. Когда рванем тут и озеро хлынет, все это ущелье как плугом будет перепахано. Что там мост или скала на Бельгитасе до самого Балхаша допрыгает. Вот и будет им праздник смычки. А? Там в горах что-то затевают. Доложи Пахомова. Есть! Остальные за мной! Thank you.
Что-то не слышно взрыва. Изменили тебе твои люди, Сарабура. А не боишься, что и я тебя брошу? Заберу у тебя все, как забрал у нас твой кровавый дед. И брошу. А что ты можешь забрать у меня, кроме скота? Душу? Душа останется со мной. Ну и оставайся со своей черной душой. Станция Набулак. Произошла смычка главного пути Турксиба, соединившего через степи Казахстана Сибирь со Средней Азией. От имени советского правительства приветствую и поздравляю многотысячный коллектив строителей со славной победой!